Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Таша Майская. У нас сегодня очень интересный выпуск и про пасхальное яйцо от Риолис, и про мою счастливую, я называю так, жар-птицу, которой новые-новые приключения и шикарный, невероятный финиш. Мой Мишка в клеточку полностью готов. Предлагаю вам устраиваться поудобнее и желаю приятного просмотра. Буквально только что я сняла вам видео о своих планах, в которых уже засветилась эта покупка, которая ко мне ехала, приехала, и вот она, красавица, у меня. Называется это произведение искусства изделием из бисера от компании Риолис, артикул В-219. Это новиночка. Почему-то я не вижу, как она называется. Но, по-моему, когда я ее приобретала, там звучало название «Земляника». Но, как вот я сейчас не разглядываю коробочку, нам почему-то никто об этом не пишет. А для чего вам показываю ее с наклейкой вот в таком вот запечатанном виде? К сожалению, глубокому участились случаи на маркетплейсах со вскрытиями наборов, поэтому будьте предельно внимательны. И я вам демонстрирую эту упаковку, чтобы порадоваться, как Риолис защитил нас, вышивальщиц, от непорядочных людей, назовем это так. Видите, упаковано как, ну, какой-то медицинский товар, запаяно в пленочку. И мы с вами точно-точно знаем, что внутрь, кроме нас с вами, никто не пробирался, ни одна мышь не проскочила. Ну и плюс к этому есть еще вот такие защитные голограммы у Риолиса. Видите, с одной стороны коробки и с противоположной. Ну, кстати говоря, вот здесь она какая-то криво наклеенная. Но мы с вами будем надеяться, что все-таки... Там внутри все хорошо. А я сейчас за кадром вскрою, и мы с вами полюбопытствуем, что же там находится внутри. Решила сделать я еще один маленький кусочек записи. Видите, как криво приклеено. Я подумала, что я попала в категорию тех не очень удачливых людей, которым достался скрытый набор. И вот я начала его вскрывать, отрывать вот эту голограмму, и видите, что происходит. То есть вскрыть его без последствий вроде как не получается. Да, и вернуть назад. Где у нас фокус? Вот видите, что происходит. То есть вроде бы все с ним должно быть хорошо. И давайте вместе со мной в режиме реального времени полюбопытствуем, какова красота меня там ждет. Коробочка. И симпатичные элементы. Первое, конечно, это само яйцо, сама заготовка, деревянная, ну, довольно аккуратная. Тут какие-то махринки, но это все пыль. То есть ничего плохого я в нем не вижу. Вроде бы ровненькая, вполне себе симпатичная. Что у нас здесь есть еще? Пучок ниток. Представляете, как будет весело вышивать землянички с салатными зелеными листочками, с красными, яркими, аппетитными ягодками. Кстати говоря, эти цвета ассоциируются у меня, конечно, еще и с Новым годом. Но у нас будет не Новый год, а вполне себе вкусная летняя ягода.
3 мешочка бисера. В одном из них нам рассказывают, кто нам упаковывал. И лежит длинная-длинная бисерная игла. Ну, вот тут с девчонками только что буквально 10 минут назад обсуждали, кому какие иглы нравятся. И несколько мнений было за то, что лучше, чтобы иголка была покороче. Иначе она слишком-слишком сгибается. Ну, честно вам скажу, я уже делала такие пасхальные яйца от Риолиса. И не помню, что мне нравилось, не нравилась эта игла. То есть, может быть, там есть нюансы в сборке, которые, наоборот, помогают. Ну, зато сейчас я, наверное, когда буду вышивать, собирать, обращу на этот момент внимание. Бисер красивый, ярко-алый. Смотрите, как он горит, сверкает, жемчужно-белый и темно-золотой. Кусочек основы. Если я не ошибаюсь, это у нас Лугана 25-го каунта. Вколота нам иголочка для того, чтобы вышивать крестики. И вот такой кусочек прямоугольный, удлиненный, для того, чтобы у нас с вами вот здесь поместился отшив. И потом мы его вот так вот будем оформлять на наше яйцо. У меня есть довольно подробный, ну, мастер-класс, не мастер-класс, но видео, которое я снимала в прошлом году по сборке таких изделий. Если вам интересно, то переходите, я оставлю ссылку под описанием этого видео. Сейчас, наверное, я так подробно снимать не буду, просто расскажу вам, наверное, потом о своих впечатлениях, этапах, как у меня все будет здесь складываться. Но на первый взгляд комплектация, материалы ничем сильно не отличаются от того, что я уже видела и что я уже пробовала. И на донышке у нас с вами лежит довольно объемная инструкция. Светить ее не буду, покажу вам краешек. Яркие цвета. Бумага не глянцевая. Ну, немножечко бэк перекрывает значки. Но в целом, наверное, можно будет догадаться, что же под этим бэком происходит. Сколько здесь у нас цветов. 8, я так понимаю, ниточек мулине. 1 золотая. Или даже 2. Почему-то 8 и 9. Путают меня. Что вот они, кстати говоря, имели в виду вот в этом месте? А, все, это 8. Это каким цветом вышивать крестик, а каким бэк? То есть все-таки верно. 8 у нас мулине, 1 цвет золота и 3 цвета бисера. Все, вопрос у меня снят. Все мне здесь понятно. И вторая инструкция уже относится не к вышивке крестом, а к сборке и оформлению бисером. Как плести эти шапочки, которые, видите, располагаются сверху и снизу от отшива бисерные. Всем кажется, что это очень сложно. Поверьте, нет. Смотришь на инструкцию, и в целом все очень-очень понятно. Никаких сложностей у меня не возникало. Вот как выглядит наш отшив на ленте Луганы, что мы оставляем обязательно припуски, которые нам потом понадобятся. То есть нельзя вырезать все впритык. Оставляем по 1,5 сантиметра. И как происходит работа с бисером. Сначала, то есть кушаем слона по кусочкам. Первый шаг, второй, третий, четвертый и завершающая сборка сверху и снизу.
Ничего сложного, поверьте мне. Просто интересно, немножко необычно. Да, это все-таки не наши с вами крестики знакомые, но результат... Результат стоит всех потраченных усилий. Почему я так уверенно говорю? Во-первых, я это уже делала. А во-вторых, мы с вами сейчас посмотрим и вдохновимся на мои предыдущие изделия от Риолис. У меня их несколько. И я сейчас здесь доведу порядок, и мы с вами полюбопытствуем. И первое, что я вам хочу продемонстрировать, это яйцо, которое называется подснежник. Нежные-нежные белые цветы, немножко зеленых веточек, фиолетово-сиреневый контур, переливающийся бисер. И я вот так вот оформляла уже самостоятельно ленточку, да, нашла у себя дома сама, для того, чтобы иметь возможность его подвесить. И мне эта идея очень-очень нравится, потому что так оно у меня не просто где-то вот лежит, хотя и так тоже красиво, а можно еще и придумать ему новое место для того, чтобы можно было им любоваться. Кстати, здесь тоже присутствует немножко металлика и очень-очень симпатичные сиренево-фиолетовые бисеринки, которые на контрасте, вот, кстати говоря, с тем же белым и золотым, который мы с вами сейчас наблюдали в земляничке, создают преемственность всех этих дизайнов. То есть они, да, и по форме, и по содержанию, и по использованию бисера очень друг с другом гармоничны. Ну, на мой вкус, просто шикарное дополнение. И еще есть время успеть сделать себе такую красоту к празднику. Единственный момент, который я не упомянула, рассказывая вам про комплектацию, это то, что вышивается здесь все очень-очень миленько, через одну нить переплетения. То есть, да, 25-й каунт, но не через две нитки, а через одну. То есть это в два раза мельче. Для тех, у кого довольно хорошее зрение или есть помощники в виде лупы. И второй момент, который я увидела, и я очень-очень смеялась. Помните, я вам сказала, где же название земляник? А помните, когда коробочка была упакована, вот здесь располагалась чудесная наклейка с номером ВВ-219, и она как раз прикрывала нам самые важные слова, которые здесь были написаны. А важные они еще и в том, что здесь указан размер. Потому что все-таки вам сложно, наверное, по видео представить масштаб. А яйцо довольно небольшое, 6,5 на 5 сантиметров. И это еще не все. У меня есть второе. Второе, оно называется, по-моему, примулы. Оно более яркое. Видите, какие насыщенные бордовые оттенки. А вместо сиреневого здесь уже используется зеленый. Но они все равно дружат все друг с другом. И посмотрите, какое у меня будет шикарное трио. Роскошство, богатство. Я даже опасаюсь. Вы там как, держитесь? Держитесь, не бежите еще. Знаете, есть еще дизайны этих пасхальных яиц. Даже вот здесь на обороте представлено. Это фиалка. Я видела ее в отшиве у Ани. Большое тебе спасибо за вдохновение. Поэтому полагаю, что, возможно, появится у меня еще и фиалка. И будет у меня два яйца в таких бордово-зеленых тонах и два в нежно-сиреневых. Вот, смотрите, да? Они тоже друг с другом
очень-очень гармонирует. А здесь еще представлено на коробочке такие, не знаю, правда, кто это за цветочки, василечки, а может быть какие-то другие. Хотя нет, вроде похоже на васильки, да, с голубыми цветочками. Но вот как-то меня этот как конкретно дизайн не зацепил. Ну, а вы, конечно, обратите внимание, потому что как здорово может все это получиться. Я с нетерпением прямо уже хочу закончить съемку и бежать начинать. Единственный момент, что не знаю, как я буду опять все это запяливать. В прошлый раз я к полосе для отшива дострачивала ей периметр для того, чтобы иметь возможность натянуть на пяльца. Ну, посмотрим. Сейчас у меня пялец чуть-чуть больше, чем в прошлый раз. Но, возможно, меня это не спасет. Буду уже смотреть по месту. И для того, чтобы вас совсем-совсем вдохновить на тему Риолиса, на тему каких-то вот таких нежных весенних изделий, оттенков, я вам продемонстрирую еще. Они у меня просто лежали вместе с этими яйцами. Это бескорню. Не буду сейчас обманывать, как она называется. Либо подпишу на видео, либо оставлю название в описании. В описании к видео, как она конкретно называется, без корню. Тоже здесь, как это, микровышивка, да, наверное, правильнее сформулировать, потому что все крестики вышиваются через одну нить переплетения. То есть это меленько, но очень-очень нежно, очень симпатично. Обратите внимание, как выглядит задняя сторона. По краю шива еще прокладывается бисерочек. Нежные они, нежные эти изделия. Очень-очень трогательные. По назначению я его не использую. Мне как-то предельно жалко. Я достаю это без корню весной. И вот тоже, видите, у меня есть подвес. И я... Ни в чем себе не отказываю. Но и это еще не все. Да. У меня есть вот такая розовая нежнятина, красота, да еще и с кисточкой. Вот. А кисточка была задумана в дизайне. Она, видите, исполнялась ниточками мулине. Поэтому она, конечно, не умеет так вертеться, как я люблю. Но все равно выглядит очень-очень симпатично. И сама, конечно, красотка. Вроде бы она называется правильно зигугу. Вот такое вот интересное слово. Мы его редко употребляем. И она мне, наверное, нравится даже больше, чем предыдущая. Какая-то она очень ажурная, изящная. Здесь, опять же, крестики через одну нить переплетения, немножко бисера, другая форма. Опять же, я ее подвешиваю. То есть она может вот так вот висеть и красоваться. И создавать очень нежное девичье настроение. Да? Вот я их сейчас достала из коробки, чтобы вам продемонстрировать. Если честно, даже совершенно не хочется... Ой, а как они классно сочетаются с моей тут салфеткой, которую я положила для того, чтобы украсить. Ой, не хочется их убирать. Вот что я хотела сказать. Мысли путаются, глаза разбегаются. Все такое нежное, симпатичное, миниатюрное, изящное, деликатное. Все, как я люблю. Расскажите мне, заинтересовала ли я вас? Может быть, вдохновила немножко? Потому что, ну как можно остаться равнодушной? Как можно остаться равнодушной? Я даже не представляю. Я бы на вашем месте уже сверкала пятками. Оля, тебе привет. И срочно создала бы себе такую маленькую, но очень приятную красоту, которая бы радовала бы вас каждый день.
скромных предисловий, та-дам, я показываю вам свой финиш. Да, мы полностью готовы. И бэк у нас тут появился, и фрузелки, и надпись. И мы даже купались, представляете? Ну, к чему я? К чему? К тому, что есть у меня готовая работа. Наконец я могу насладиться финишем. У меня просто восторг, радость и мусор на работе. Угу. А теперь я буду хвастаться. Я буду хвастаться своим долгожданным финишем. Даже не столько финишем этого конкретного Мишутки, а сколько финишем вообще. Ну и не будем, конечно, умолять. Что я несу? Без лишних предисловий. Та-дам, та-дам, та-дам. Мой Мишка в клеточку полностью готов. Вышиты у него все бэкстиченки, все французские узелки, глазки, ротик, носик, бантики, лапоньки, посмотрите, какие. И, конечно же, надпись, которую я, представляете, делала выкладной нитью. Я начала ее честно шить по схеме, как положено, маленькими, короткими, прерывистыми стежками. Но мой внутренний перфекционист просто забастовал, забунтовал, затопал ножками, закричал и сказал, что нет. Можно было закончить работу, ну, буквально за полчаса. Что здесь такого вышивать? В общем-то, ничего сложного. Но, естественно, выкладная нить заняла другое количество времени, да, которое я даже не буду вам и считать. Но зато надпись мне теперь очень-очень нравится. Выглядят ниточки на Аиде просто великолепно. Кстати, это один из немногих сюжетов с неполной зашивкой на Аиде, которую мне почему-то даже не пришло в голову заменить. Вот даже мысль такой не возникла. Возможно, это из-за того, что все-таки на черной Аиде не так видны отверстия. Вот, кстати, да, вот сейчас вот в этом месте вам светит схема, которая лежит внизу, да. То есть, если сделать белую подложку, то мы видим много-много точечек беленьких. Но если бы обложка была темной, как в верхней части работы, то вроде бы. Вроде бы все выглядит здорово. Бэка здесь не так много. Вышивались вертикальные и горизонтальные желтые линии, которые, да, дополняют клеточку, делают ее более объемной. Очень интересный эффект. Всего лишь два красных оттенка, более алый и более бордовый в крестиках, и желтая винтажная ниточка, то есть такой желтый, не яркий, не насыщенный, как в бантике, а более припыленный, спатенный оттенок. Тоже я пыталась сначала шить обычный бэк, но потом мне не понравилось, и я попробовала использовать бэк, да, когда ты возвращаешь иголочку в предыдущую ниточку. Вышивается это с помощью иголки для бисера. То есть она должна быть тоненькая и очень острая. Но, как вы видите, можно было бы и попридираться, потому что на темной основе очень подчеркиваются вот эти вот моменты, где я возвращала иголку в предыдущий стежок. И совсем-совсем наблюдательные могут увидеть мои огрехи какие-то в этом месте. Но поверьте, что обычный бэк выглядел здесь еще менее уместно, чем тот результат, который у меня получился. А еще из интересного, это мой новый опыт перфекциониста. Я когда уже закончила работу,
Я увидела ошибку. Да и вы сейчас ее наверняка либо уже увидели, либо сейчас найдете, когда я вам демонстрирую сюжет поближе. Она явная, она откровенная, она прямо скачет вам, наверное, в глаза. Но я ее не видела до последнего момента. Что же это за ошибка? Да, это вот этот маленький красный крестик. Я смотрела на него и думала, ну, Таша, что это такое? Надо распороть и вышить как нужно, желтеньким. Кстати, я еще не посмотрела, откуда у меня он здесь взялся. Возможно, что так я вышивала не по бумаге, а перешла на сагу. Возможно, в саге ошибка. Ну, или я где-то что-то напутала. Это сейчас уже не важно. Но я так и не стала его переделывать. Знаете почему? Потому что я решила, что это будет мне напоминание о том, что не все должно быть идеально. А есть у меня такой момент, что я иногда перегибаю с этим палку, слишком придирчиво к себе, к вышивке, которую я делаю. И вот этот крестик, этот изюм, я его так для себя назвала, будет мне напоминать о том, что можно иначе. Можно иначе. Главное только захотеть. Ну, у всех свои тараканы, свои проблемы. Просто вам поделилась с вами таким интересным моментом. Отшила я его, я бы сказала, просто молниеносно. Во-первых, вдохновение. Во-вторых, очень-очень простая схема, логичная. Переходы цветов очень такие последовательные, то есть ты как будто бы заливаешь волнами каждый элемент. В конце я уже вышивала бэк. Посмотрите, какие толстенькие французские узелки на зеленых листочках астролиста, вот такие ягодки. А здесь 5 нитей сложения, то есть они толстенькие, притолстенькие, а глазки вышивались в 4 ниточки. И вот таким получился мой результат. Очень я им довольна. Очень рада, что он у меня уже теперь готов. Осталось только найти ему достойное оформление. Частично, видите, у меня здесь уже все лежит. Это было в наборе. Кисточка на мне тоже теперь есть. Мне ее подарили. Она вполне сюда подходит. Ну, по-моему, я вам про нее рассказывала. Возможно, я ее просто немножко укорочу. Ниток осталось много. Для чего они у меня здесь все лежат? Для того, чтобы я не забыла вам про них рассказать. Красных осталось очень много, потому что из них предполагалось делать ту самую кисточку. Вот она у нас здесь представлена на превью. Из ниточек мулине. И я хочу совершить какой-нибудь набег на магазин с тканями и попробовать подобрать что-то на оборотную сторону этого баннера. И, возможно, мне еще понадобятся какие-нибудь ленточки. В общем, я буду планировать вывозить Мишку в свет, показывать ему разную красоту. Ну, а на что он согласится, мы с вами, конечно же, обязательно узнаем. И для чего у меня здесь лежит вот эта бумажка? Яркое напоминание того, как можно быть очень внимательной и невнимательной одновременно. Огромное спасибо всем девочкам, кто мне написал о том, что в ключе все-таки есть количество пасм, и я просто не обратила на него внимания. Ну, как же? Оно в самом первом столбце. Почему я не обратила на него внимания? Знаете, вот когда видишь что-то обычное, и взгляд просто проскальзывает дальше. Я восприняла этот столбик как нумерацию, да? Во многих-многих таблицах первый столбец отдан всегда под порядковые номера. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, то, что здесь цифра 16, меня не смутило. Возможно, я как-то просто на этот столбец, как на информационное важное поле, не обратила никакого своего внимания. А на самом деле здесь нам, конечно же, все-все-все написали. Ну, а Мишка, вот он, красавчик. Очень-очень поднял мне настроение. Новогодний, классный, вкусный,
крестики волшебные, бантик яркий. А вот, кстати, я еще кое-что заметила. А вы заметили? Посмотрите повнимательнее. Я знаю, есть у меня в зрителях очень-очень внимательные девочки, которые любят искать какие-нибудь интересные моменты в отшивах. Так вот, он здесь есть второй. Да-да-да-да-дам. А не кажется ли вам, что вот здесь должна быть еще одна маленькая черная полосочка, как на левой лапке? Так, пошла я смотреть. Слушайте, а нет, я не права. Ее там нету. Ну вот отшив. Правую лапку лишили пальчиков. Представляете? Вот так вот. Так что у меня все четко. Но господин Dimensions решил несколько иначе. И про превью. Помните, мы с вами частенько говорим, что превью не передает результат. Вот это тот довольно редкий, на мой взгляд, случай, когда превью, ну, по-моему, шикарное и полностью соответствует тому, что мы сейчас видим на отшиве. Мой Мишка, правда, чуть-чуть повеселее. Вы так не считаете? И, наверное, будет нечестным, если я не расскажу вам, как дела у моих жар-птиц. Если вы не смотрели мое предыдущее видео про мои приключения, потом обязательно сходите, посмотрите. В одном из предыдущих роликов я рассказывала вам эпопею про три итерации одного и того же сюжета. А мне даже пришлось посмотреть самой то самое видео. Знаете почему? Потому что у вас прошло пару роликов, а у меня прошла тут целая жизнь, как будто мимо пронеслась. От одной идеи к другой идее я металась, выбирала. По-моему, очень уверенно вам говорила, что остановилась я на варианте отшива на 32-м Белфасте. Вам его сейчас демонстрирую, и что так вот мне здесь все уже нравится, и это почти по ключу, есть в этом гармония и так далее и тому подобное. Но прошло совсем-совсем немножко времени, а я сама посмотрела со стороны на все слова, которые вам проговаривала, на все видеоматериалы, которые вам показывала, в том числе и фотографии, мини-ролики, пообщалась с девочками и услышала очень много голосов за центральный отшив на изумрудном кэшеле. Кстати, если вы хотите чуть-чуть больше знать, чем я успеваю вам показывать в итоговых сюжетах, подписывайтесь на меня в других социальных сетях, например, Telegram, я там более активна, и будем дружить. Ну, а возвращаясь к павлину. Боже, почему же он все время у меня павлин? Жар-птица. Возвращаясь к жар-птице, что у меня здесь произошло с последнего раза? Эти боковые... какое нехорошее сравнение, да? Побочный продукт. Ну, а с другой стороны, может быть, так и есть. Итерации остались неизменны. То есть вот как я вам их продемонстрировала, так они у меня и лежали. И я с большим энтузиазмом и усилиями взялась за зеленый кэшел.
Что же здесь происходило? Я полностью распорола весь изумрудный шар за спиной этой нашей птички и вышила заново. Естественно, прибавила здесь еще вот весь вот этот элемент. Много-много появилось деталей этих вот листочков, цветочков, обрамления этой рамочки. И это так красиво. Подробности. Я просто сама начинаю разглядывать и залипаю. Вставлю вам, наверное, сейчас сюжет, как я порола. Ну так, для развлечения. Вот так выглядит сейчас мой павлин. И я решила его продолжать. Да. Что же у меня здесь происходит? Вот посмотрите на шар зеленый на заднем фоне у павлина. В этом месте вышит в бленде ниткой с переходом от DMC и металликом. В левой части просто нитка с переходом, а вот сверху получается нитка с переходом, а сверху металлизированная нить. И я сейчас хочу привести это к какому-то единообразию, соответственно, что я буду делать. Вот это я просто распарываю, а вот это, может быть, попытаюсь не распарывать, а, как это правильно сказать, сохранить нитку, потому что от целого мотка вот, у меня осталось... Капелька совсем, естественно, ее не хватит, но, по крайней мере, просто чтобы мне хватило на ближайшие дни, до того, как мне приедет еще один целый моток. Это у нас номер 4025. Ну вот, фантик от него остался. А я попробую это все распарывать и повышивать. Ну, а что получится, мы с вами, как обычно, очень скоро узнаем. А сейчас расскажу вам про то, на чем успокоилось мое сердце. Помните, я вам говорила, что очень-очень рябит этот шар, когда я вышивала одной ниткой DMC. Она не по ключу. Напомню, что дизайнер нам все-таки предлагал другую. Возможно, в ее интерпретации должно было все это получится хорошо, но так как я торопышка и заменила ее на 4025, это Color Variations от DMC, она у меня шла такими полосочками. Распорола и сделала следующее. Я смешала одну нить, вот эту, с переходом, и одну нить металлика. Металлик это у нас тоже DMC, называется E3849. Вон, смотрите, как он блестит. Вот, сейчас хорошо видно. И после того, как я это сделала, мой шар, видите, он имеет переходы цвета, но довольно плавные. И немножко блестит. Чуть-чуть. Сейчас я вам под разными углами все это покажу. Красота. Я очень довольна, что я вернулась к своей зеленой любви. Что все-таки мое первоначальное желание начало воплощаться. Знаете, очень важно чувствовать, что
твоя идея все-таки имела место быть. Вы ее так сильно поддержали. Я очень-очень вам благодарна за каждый комментарий и каждый голос в пользу этого зеленого кэшела. Но это совершенно не говорит о том, что вот эти две птички будут заброшены. Есть у меня желание, я рассказывала об этом в своих планах, вышить их все три. Все три они будут для разных моментов, да, по-разному оформлены. Да и, честно сказать, они выглядят как будто три разные птицы. Но это, естественно, на мой вкус. Что здесь еще с бисером? Я распорола крупный 11-й бисер тоха, который здесь был. По-моему, вот в этих местах и вот в этих. И заменила его на 15-й. Потому что тот, на мой взгляд, помимо неправильного цвета, не по ключу, он у меня один из них был, еще и толкался, и создавал какое-то неверное впечатление. А сейчас он хоть и довольно мелок для 28-го каунта, все-таки петит обычно рассчитан на 32-й каунт, да, то есть... Еще раз, чтобы никого не запутать. На 32-м каунте обычно вышивают 15-м бисером Милхилл, а на 28-м каунте 11-м. Но по какой-то непонятной причине у меня он здесь стал толкаться. Хотя я ткань не стирала, то есть каунт не уменьшала. Не знаю, в чем дело. Но я вот сейчас смотрю, и бисер мне нравится. Он очень-очень деликатно здесь смотрится. А еще мне понравились цветы. Цветы на бордюре вот на этом. А здесь, кстати, использовался бленд ниточки с переходом и креника. Вот у меня был вот такой. Ну, какой был, не по ключу. В данном случае это блендинг филамент 002. И бисерочек. Я вам тут его приготовила. Давайте покажу. Вот. Невероятно. Лимонный. Он такой яркий. Такой неожиданный. И, честно говоря, когда я его увидела в магазине, у нас с Олей была одновременно мысль о том, что к чему он здесь. Давай мы его заменим, он сюда совершенно не годится. Но потом я все-таки вернулась и купила именно его. И он горит здесь. Горит, горит и подчеркивает пламя птички. И второй довольно классический цвет. Часто мы его используем. 22B, по-моему, он называется. Красивый. И третий. Третий – это 82-й Тоха. Смотрю, что там у вас с фокусом. И мне казалось, что он чисто павлиний. Но я была не права. Видите, у него еще есть и бордовые, немножко медные бисерины. Так что кто меня поправлял, тот молодец. Я заблуждалась. И как они смотрятся здесь, на ткани. Это очень красиво. Это очень красиво, очень красиво. А вы шьете уже жар птиц, скажите мне. Скажите мне, что я вас соблазнила на красоту от Ветланки. Как и в предыдущих видео, я оставлю ссылку в описании. А если вы захотите приобрести схемы этого дизайнера, то можно получить небольшую скидку по ссылке, которую я там прикреплю. Но это же красота. Это же невероятная красота. А долго меня этот проект не отпускал. Но, как вы, наверное, уже увидели, я и успела финишировать с Мишкой. И повышивала немножко пасхальное яйцо с земляникой. Но
И хочется мне на самом деле сейчас начать еще что-нибудь новенькое. И ко мне едут покупки. И мне подарили невероятный набор на 14 февраля. Я даже стесняюсь его показывать. Настолько я его ждала. Хотя он совершенно обычный в целом. Многие его вышивали. Но я заметила, что есть производители, есть техники, есть аксессуары, которых у меня никогда не было. И очень-очень хочется все это попробовать на вкус, на цвет, на запах, на стежок, полюбопытствовать схемой, потрогать ниточки, посмотреть на отшив и получить приятные эмоции. Спешу поделиться с вами своими первыми крестиками на пасхальном яйце земляника. Показывала вам распаковку, материалы. И давайте посмотрим, что у меня на сегодняшний день получилось. А вот что. Показываю вам близко. Вышиваю я на вторых нурге. Как вы видите, так спешила, что ничего сюда не пристрочила, поэтому натяжка, прямо скажем, ну, сами видите, оставляет желать лучшего. Вот. А край тоже не обработан, в смысле машинной строчки. Я взяла клей примовский, и край стал довольно жестким, но, как видите, все равно иногда некоторые ниточки хотят со мной и с этой основой попрощаться. И сам отшив. Здесь получается готово треть сюжета. Вот я сейчас показываю ножницами фрагмент, который нужно просто повторить 3 раза. То есть, что это значит? Вот я вышла один, здесь появится точно такой же второй и левее третий. А здесь нет еще ни одной ниточки бэка, ни одной бисеринки. А все это появится чуть-чуть попозже. Вышиваю я на ткани, которая была в наборе. Это у нас Лугана 25-го каунта. И через одну нить переплетения в одну ниточку. Это очень-очень мелкая, очень-очень мелкая работа. Крестик виден мне весьма условно. Поэтому, если вы имеете не очень хорошее зрение, то как минимум задумайтесь. Ну и как максимум подготовьтесь, чтобы у вас была лупа и очень-очень хороший свет. Все-таки зрение наше все, не надо его, так сказать, портить самостоятельно своими собственными руками. Ну, а так землянички просто великолепные. Мне очень нравятся контрастные яркие цвета, красный с зеленым. Вот мы видим здесь, какие уже ребристые получились листики. Здесь будет цветочек землянички на этих белых лепесточках. Я предвкушаю, что результат должен быть прекрасен. Покажу вам поближе еще раз превью. Выглядит аппетитно, привлекательно и манит меня скорее его продолжать вышивать, по возможности заканчивать и оформлять. Вообще заметила, что какая-то я абсолютно стала непоследовательная, и борются внутри меня 2 противоположности. Одна вышивальщица хочет поскорее все закончить, а вторая хочет все начать. И в какой момент времени, дня и ночи, одна из них побеждает, то, собственно, и происходит у меня на пяльцах, на станке и в моих вышивальных процессах. Похвастаюсь, какая у меня великолепная организация. Я очень спешила. Мне нужно было начать прямо сразу. Я думаю, что это состояние знакомо многим из нас. Поэтому вот. Мне подарили вот такой чудесный
органайзер деревянный от РТО с красивым рисуночком. Он прекрасен. Видите, он круглый. На него вот я навесила все свои 9 ниточек. Но я вышиваю многоигольем. И мне нужно было куда-то парковать иголки. Поэтому я наклеила сюда кусочек вот этого утеплителя, не добавляла сюда клей дополнительно, поэтому, в принципе, без всяких, я надеюсь, последствий для этого органайзера эту штучку можно будет снять и привести его в первозданный прекрасный вид. Была у меня мысль приклеить ее с обратной стороны, видите, она здесь просто деревянненькая, но мне хотелось цветочков. Надеюсь, что все участники этого процесса меня простят. Вот. Зато процесс идет, процесс летит, процесс движется. И я вот очень-очень хочу довышивать еще 2 фрагмента, а потом дополнить уже это все бэкстичем. Как дела у схемы? Она у меня здесь аккуратненько лежит с краешку, поэтому я ее, конечно, целиком показывать не буду, но покажу фрагмент. Видите, бэк все-таки толстоват. Толстоват, и в некоторых местах он слишком перекрывает значки. Мне кажется, что в таких случаях надо все-таки делать 2 варианта схемы. Многие производители нас этим избаловали, да, когда у нас отдельно идут крестики, и отдельно поверх бледных крестиков нам рисуют линии бэка. Потому что вот в данном случае, вот, например, вот под этим квадратиком. Мы с вами, конечно, догадываемся, что он такой же зеленый, и вроде бы нам даже тут 1 миллиметр его показали, но это, наверное, все-таки не дело. А перед тем, как работа уходит в печать, вполне можно было бы увидеть, что бэк в данном случае толстоват. Наверное, даже слишком. Ну, это мои такие придирки. А в целом работа получается очень-очень красивая, ожидаемая. То есть именно то, как я себе представляла, так оно и должно получиться. Ярко, насыщенно и очень-очень вкусно. Когда я смотрю на готовые работы, мне кажется, что ну как можно не финишировать? Когда я смотрю на продвижение, я думаю, ну как можно не продолжать? Ну, а потом случаются новые старты, и я думаю, ну, как же не стартовать, правда же? Спасибо, что провели свое время со мной, посмотрели мое видео. Я надеюсь, что вы получили заряд настроения, вдохновение, что вам захотелось тоже что-нибудь финишировать, что-нибудь продолжить, а может быть, что-нибудь стартануть. Обязательно ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь, вдруг вы еще не подписаны и можете пропустить мои следующие выпуски. Пишите комментарии и, конечно же, приходите в гости. Желаю вам всего самого-самого доброго, друзья! До новых, очень скорых встреч!